Привет, друзья! Очень часто мы задаемся вопросом, почему не исполняются желания. Одна из причин – отсутствие эмоций во время выполнения практик по исполнению желаний и в момент загадывания желаний. Почему же эмоции так важны? Некоторые психологи объясняют это так. Мозг человека имеет три основных части – рептильный мозг, лимбический и неокортекс. Наши желания зарождаются в неокортексе, который обдумывает поступающую информацию. В рептильном мозге заложена информация обо всех ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. А лимбический мозг – это посредник между неокортексом и рептильным мозгом. И если в рептильном мозге заложена установка, что исполнение именно этого желания каким-то образом опасно для нас, в жизни будут создаваться ситуации, оберегающие нас от исполнения этого желания. Такие установки создаются на основе полученной информации, нашего личного опыта и опыта наших предков. Например, человек хочет зарабатывать больше, но в рептильном мозге заложена установка, что получив большие деньги, надо будет взамен отдать что-то важное, или случится что-то, угрожающее жизни. Поэтому рептильный мозг всячески блокирует исполнение желания. Чтобы заменить негативные установки, необходимо показать рептильному мозгу, что исполнение этого желания не несет никаких угроз. Просто убеждать в этом, например, повторяя аффирмации, не поможет. Рептильный мозг не воспринимает сигналы, идущие от неокортекса. Он понимает только то, что идет от лимбического мозга, мозга эмоций. Причем рептильный мозг не различает, вам хорошо и безопасно от того, что желание уже реально исполнилось, или это только образ, созданный вашим воображением. Ему важны эмоции. Поэтому время от времени мечтайте, представляйте, что желание уже исполнилось, и физически почувствуйте положительные эмоции от его исполнения. Рептильный мозг получит от лимбического мозга информацию о том, что желание исполнилось и все хорошо, вы в безопасности. Негативная установка растворится, рептильный мозг перестанет сопротивляться и желание исполнится. Для устранения негативных установок есть еще один способ, о котором я рассказала в одном из предыдущих видео. Простой способ исполнения желаний и улучшения жизни. Посмотрите его. Успехов вам и пока-пока!